Всем привет! Рубрика «Будни нашего колбасного цеха». Вчера был какой-то сумасшедший день. Здесь 19 батонов сыровяленой колбасы. Что мы еще вчера приготовили с моей помощницей и гостей? Сосиски молочные, докторская, брауншвейская. Это из сыровяла. Значит, московский сервелат, говядинка у нас чистая. Финский, дальше опять сыровял, луконка, корсика, немецкий, и еще это что, ну и сальчичон однозначно. Так, возвращаюсь к нашей колбасе, она у нас сегодня вся в налоферме. Почему? Ну вот тут и брауншвейская чистая говядина, немецкая с жирком, сальчичон без жирка, луконки, тут всего два батончика, их тут так не видно, я не стал их приминать. Так вот, есть один момент, который я хотел рассказать. Один из зрителей канала на Ютубе, он сказал, что разница между Айцел и Налоферм в том, что просто надо досушить колбасу, убрать влажность, и все будет как бы одинаково. Не так это. Дело в том, что фарш в обоих батонах и Налоферма, и Айцела был одинаковый. Стартовые культуры были одинаковые, условия вялки были одинаковые. И еще раз повторюсь, Налоферм обгоняет на неделю Айцел. Вот из той партии последний батончик этого Айцеля. Вот она, эта колбаска немецкая. Еще там немножечко кубебы добавлено для фана. Так вот, еще раз повторюсь, смотрите, Налоферм за 3 недели уложится. Эту колбасу можно есть, все будет отлично. Айцел догонит через неделю до этого же срока. Вот посмотрите в ролике, там все рассказано. При равных условиях. Вот сейчас я почему поставил столько колбасы? Потому что как раз через 3 недели, когда мы будем уже нашим клиентам развозить, к Новому году она будет готова. Ну, вообще, к Новому она будет идеальная. А вот Налоферм, он уже уйдет за 45. Он будет суше намного. Опять же, при абсолютно равных условиях. Ну и просто мы физически не успеем сделать такое количество. Так, ну что? Вот у нас докторская, финский и московский. Вот наша вчерашняя еще работа. Вот так колбаска выглядит через 26 дней. Это брауншвейгская чистая говядина. Это у нас свининка с жирком немецкая. Вот эти батончики, ну они для себя, но я сейчас тоже их упакую. Как я и говорил, сейчас все вот для покупателей, для заказчиков я упаковываю вакуум, потому что здесь уже некоторые батоны 47-48% у сушечки. Я это, конечно, не очень люблю, но некоторые просят по суше. Вот, как я и говорил, Налоферм он уже уходит и обгоняет. Айцел сейчас как раз бы вышел где-нибудь на 40. Вот так вот они запакованы. И сейчас уже все остановится. До Нового года все в вакууме. Он так и будет. Где-то вот эти приблизительно они все 46, 47, 48. Вот. Так что Налоферм быстро. Айцел чуть помедленнее. Качество одинаковое. Точка.